Ну давайте еще одну аренку сыграем. Ну чё, кем кого? Шаманы, кстати, на арене рулят. Я бы еще раз с шаманом играл. Мне тем более шамана качать надо, смотрите. Видите, мне неинтересно играть уже всяким друидом, чернокнижным, паладином, воином, жрецом. Они у меня 60 уровня. Мне интересно играть вот те, у кого у меня, которые не открыты еще до конца. Дают золотые карты, соответственно, дают пыль. Или не дают пыль. Да хрен знает. Хочу золотые карты. Че, еще раз с шаманником? Жахнем. Что там еще? Ну да, эти двое полностью открыты. Где земля и огонь? Услышьте мой зов. Каждый раз, когда он... А, он 1.5. Боже мой. Боже мой. Такие все роботы. Элементаль земли. Меченосца, конечно же. Жажду. Рыцарь длани под жажду. Блин, я не могу не взять вот это. Имба какая-то. Давайте Мурлока возьмем. Это же механизм еще, о боже. О боже. Да, еще. Еще меченосцев. Давайте поприкалываемся с частью. Да. Еще. Да. Пять. Жесть. Жесть. Так. Чё сейчас будет? Вы бы знали, молния или два... Блин, что-то много их слишком. Так, вольного. Чё дают вообще? Чё это 4, если противника руки 6 или больше карт? Ну ок. Главу культа надо. Камнедробитель, блин, это прикольно, но я не могу не взять элементаля лазурного. Каждый раз, когда вы прочитаете, у меня существо с одной атакой нету, соберись. Каждый раз, когда другой ваш мурлок умирает, вы берете карту? Чё вообще? Чё за карты? Перегрузка. Хоть бафает. Каждый раз, когда другой ваш мурлок... Где у меня друг... О, у меня есть мурлок. Тихо. 4 маны, 2-5. 4 маны дропа нету, кстати. Хоп-гоблин вообще бесполезный. Другие ваши пираты? Мурлок-духостранник. Жесть вообще. Так, варгенчик. Развед. Дерзкая налетчица. Не, налетчицу берем. Блин, микроробот с глаз. Давайте с глаз. Разряд, силовой танк. Да уж разряд берем. Авантюрист. За 2 единичку просто. Изрыгатель слизи, конечно. Очень хорошая карта. Ну, знаете, я возьму авантюриста, потому что я чувствую себя как авантюрист уже. Вертолет. О, ветролет. Вертолет. Ветролет 1.4. Бафов маловато как-то. Жда крови уже есть одна, больше не надо. Жанглер. Поехали. Что ты берешь, ППЦ? Что тебе нравится?
Ты понимаешь, что ты берешь мусор между топовых карт? Ты про что? Про 7-7 этого хрена? Я не хочу в лейтгейм игру, и у меня раш колода. Пузика силен. Я понимаю, что Пузика силен, но он слишком медленный. Я чисто сейчас в раш играю. Вы видите, что у меня за карта? Маги меня отымеют в любом случае. С пузиком или без. 5 меченосцев. Это просто жесть. Понабрал им... Подождите, вы про какой дрожь, что я там неправильно взял, вы считаете? Просто набирать карты в конце... Ну, в смысле, понятно, что вначале вы берете карты, которые, типа, топовые. Окей. Но, как бы, потом, когда у вас колода уже там составлена, 25 карт, вы же можете, блин, где меченосцы? Вы можете уже выбрать что-то под свою колоду, не обязательно просто топовую карту брать. Правильно? Если у вас какие-то комбы там делаются, и у вас колода как-то направлена на что-то. Я думаю, что так. Просто слепо брать топовые карты, value из них. Ну, типа, здорово, конечно, но... В то же время и прохладненько немножко. Потому что у меня получается чисто раш колода. С элементалями, хексом в конце, я могу просто запердолить. Понятно. Раш шамана собрал, да, который идет вот через... Ты сбросил 2-3 дропа? Я знаю. Хрен знает, что там сбросил. Так. Ну что, запинать его просто? Бросил 2-3 дропа, жесть. У Коди нет, не надо, что... Там этот 3 дроп, гоблин, вообще ужасный. И... Что там еще было? Пират 3-3. Ну, дерьмо. А за Мурлока я мог хоть дро-карт взять. Если один раз сыграет, то уже купится по сравнению с теми. Ну, правда, пиратку мы потом взяли. Это да. Но она как бы с пушками играет. Пират 3-3, который дает другой пиратке. Прохладная история. Лучше дро, чем плюс 1-1. Таунт 1-4 с рывком. Ну, мог бы сыграть, то тоже. Нет, там был не таунт 1-4 с рывком. Там был... Там 1-4 неистовство ветра был, вертолет. А не таунт. Таунт 1-4 с рывком я, может быть, и взял бы, потому что у нас раш колода. Что же мне делать? А Мурлок за 4 маны 2-4 плюс дроя карт за вот этого Мурлока, в принципе, норм. Да мы вот уже выигрываем, чё тут? Чё вы... Полетели. Меченосец! Полетели! У нас тотемов нету бафующих, но меченосцы сами тут разрулят, я думаю. В лицо размен, в лицо размен. Клёво же. Да пропускай ход, чё ты, чё тебе это надо? Иди сюда и сражайся, трус! Ты хитёр, бобёр. О. Давайте прикроем пацанов. Какое-то попадание. Ну, Мурлок не был не совсем уж верным решением. То есть пират кто? Пират тоже заходил неплохо. 3, как 3-3-3. Пирата тоже можно было взять. Хоп-гоблин точно вообще никак. Ща будет. Ща будет огонь. Так. Сейчас...
И все в лицо. Забей. Такую хрень понаставил. Иди убивай. Если нет, то ОЕшки два по всем, то это ГГ. Маны даст динго, это ни хрена себе провокатор хренов. Так, ладно, ну что, мы все равно победили. Да, это 3-2 очень имбовый. Очень имбовый. Знаете, он должен быть не 3-2. Ну, блин, ну, есть 3-1, который два раза бьет за одну ману. У него перегрузка 2. 3-1 за одну ману с перегрузкой 2. Причем, который от любого мага против мага вообще никак не играет. Здесь, блин, 3-2 без перегрузки. Карта просто намного сильнее. Да, он должен был реально 3-2 с одной перегрузкой, я согласен. Либо он должен быть 2-2. Например. Не стоило напрашиваться. За молот Рока! Ну, потому что действительно имбовый парень. Так, одного отымели просто. Порезали в лоскуты. Правда, он там ход пропустил вроде как. Смертокотик. Норм. Да, карта белая. Да все эти новые два дропы за все классы, они белые. По-моему. Да, да, давай, вот это делай. Да, давай еще, порадуй меня. Сейчас раскручусь, говорит. На. Нет, мне крошеры вообще не попадаются. Я сколько арен уже сыграл, мне, по-моему, только один крошер 4-3 попался, или 2. Все. Я не прульный на крошеров. Да, так карты тратятся. Морозь его, морозь, что ты делаешь? О. Так, сыграем. Еще одна заноза в заднице. Типа заморозил такой. Постой, постой, не бей меня. Что за жесть вообще? О, еще хилинг тотем. Сейчас на 5-м ходу Bloodlust. И мне пофиг, я его включу. Оруженосец, со мной! Нормально. Так. Эх, не получаешь ты плюс 3 к атаке, да? Так. Давай, смотря в кого стрельнет. Идеально вообще. Просто идеально. Так. Нет, мы просто так делаем. Так, давай, у тебя не будет Близзарда.
Че он топ-декнул? Чу-чу-чу-чу-чу. Хо! Нет! За что? Ну, попал. Да я, конечно, укачал эти. Красавец такой. Так, давайте считать. Единичка. И что тут? 6. Ну да, прохладно. Тогда давайте ставить. А, подождите, вначале ударить надо. Что за инрейджер еще? Ну чё, флеймстрайк есть? Сейчас 3 плюс 3. Такое уничтожение вообще. Что же делать? Ну. Вот еще парень. Воу-воу-воу, полегче. Зачем ты ставишь под Flame Strike? Понимаешь, что это раш колода, нет? Ты не понимаешь. Я понял тебя, ты не понимаешь. Я получаю value со своего жонглера, когда ставлю. То есть нанес дополнительно 3 урона. Да, я подставляюсь под Flame Strike, но его может быть, может и не быть. О. Так, вот этого меняем. Вот это я, пожалуй, оставлю. Блин. Да, менять карту с одним уроном жонглера, когда у чела осталось всего 6 хп. У нас есть элементаль огня. Естественно, менять. Блин. Ну такое, вот видите, сейчас не пошло. Сейчас бы бомбера в руку. Положи это яблоко себе на голову. О, он вышел даже, офигел вообще. Сиди, направляйте меня. Не законтрено. Блин, вот законтрено, теперь согласен. Ай, жесть. Так. А, еще это троллинг. Так. 2, 3, 3, 2. Бла-бла-бла. Только этот нормально, да, себя чувствую. 2, 4. На две карты минус меняется. Тут существа есть такие. Внятные. Блин, вообще плохо, а? О! Порадуй, а? Положи это яблоко себе на голову. Давай, порадуй. Сюда, сюда. Что-то легендарный Мурлок? У нас же нет легендарного Мурлока. Блин! Да карту возьми. Сейчас такой бац. 6-3 стал.
Северные волки готовы к бою! Блин. Четко. Ладно, еще не самое страшное. О! О! Так. Кого менять? Да, ее, конечно. Зэм, соберись. Он сделал его, потому что ему так надо было. Как он пищит, да? Так, у меня... Good game вообще. А, да, работает. Сколько мне надо было делать? 5-5? Просто сделал максимальный стат, который мог положить. Вот и все. Интересно. Где он мог сделать? Ну, может, он вначале разменялся или что он там сделал? Я уже не помню. На арене не ставить юнитов против БГХ, я не знаю. Так тупо, потому что, блин, я БГХ вон за три арены один раз видел, чтобы его пикнуть. Но если появляется какой-нибудь не БГХ, БГХ это ответ, а сам какой-нибудь типический элемент, элементаль, да, там 8-8, вот это 7-8, то как бы очевидно, что надо брать не БГХ, а... Да понял. О, еще одна катушка. Некоторые не ставят 4... Ну вот я тоже гном. Ну, можно так играть? Конечно, можно. Ты понимаешь, в чем дело? Ты не ставишь 4 существа. А если ты знаешь, что ты можешь поставить 7 существ, ты из этого гнома не будешь ставить 7 существ? Это же глупо. Так, 4, 8, 10... Да ладно, вы еще смеетесь? Одного урона не хватает. А, почему не хватает, подождите? Ну да, 4. Блин. Чем я могу умереть, если тупану? Реально могу. Давайте таунт. Так. Давайте так. Так. И на всякий случай не в лицо, а размен. Причем размен демона. Карту берем. Против ваших гномов и всего остального. Здесь это выгодно. Три-ноль! Три-ноль! Тэн-тэн-тэн. Вторая арена, 3-0 у нас. Так. Я надеюсь, всем будет понятно, что одна у нас 10-3, а вторая 3-0.
соответственно, 10-3 уже закончено. Блин, 5 этих клинков. Жесть вообще. Что вообще? Шаман им... Вот я думаю, что реально вот сейчас шаман, друид, паладин... Не очень. Шаман, друид, маг, наверное, самые лучшие сейчас аренщики. Ну что-то шаман не очень сильно нравится на арене. Прям... Прям очень сильно. Не стоило напрашиваться. За молот Рока! Гоблин-сапер, кстати, вот самый хороший. Ну, его лучше всего в начале. Запись дам. Ты не пройдешь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче. Привет. Ксуй-ксуй-ксуй-икс. Пингани. Молодец. Сейчас 6-4 залетит, смотрите. Опачки. Маг понизил свой уровень, теперь значительно меньше вероятность поймать 4 флеймстрайка в деку. Ничего не понял, что ты сказал. Ну ладно. И что? У меня все равно 6-4. Тебе как там? Хорошо вообще? Давайте веселиться. Просто две пилы такие вышли. Просто сейчас так разорвут. А ему еще две карты надо выкинуть, чтобы этот 2-4 стал вместо 6-4. Что же делать? Да, это поможет. Это поможет. О-хо-хо-хо. Держите меня. Может, не надо ставить на пиццу, я не знаю, что сейчас будет вообще. Давайте просто. Ой, нет, я не могу. Я не могу. Не, ну придется делать. Прости, бро. Просто. За два хода распилили. Еще нужный тотем вытащил. Фу, он просто не доживет до ОЕшек, если нету. Сильно. Монетку решил выбросить. Я мечтаю быть похожим на тебя. Это хорошо. Так. Поджигай запал! Поджигай запал! Я на вас солью. Сейчас Элема качнем до 3-5. Поставим элементаля земли. Соответственно, флеймстрайк там будет уже не так страшно. Дай мне задание. Я повелитель магии. Где? А вот сейчас будет гореть, скажи мне правду. 6-6. У него один хп останется. Mm.
обжигай запал! Стихии, направляйте меня! Оставим авантюриста. Он спилпауэр не дает. Если разобьется, то разобьется об Элема. В любом случае. Да? Но у меня топорик и 4-2. И это ГГ. Ну надо же. Да. Хочешь что-нибудь взорвать? А, жесть. Не попал. Фух. Ребят, кто не в курсе, кто только подсоединился, у нас 5 этих клинков за 2 маны 3-2. Рал и Малфурион. Бомер. Но раньше я точно помню, любили. Че тот против друидов? Где? Ну, 5 штук. Вот где они? Полный мулиган делают. 3-2 дай. Против друида они просто имбовые вначале. Ну хоть одного. У друида может не быть ремувалов. Привет ему. Кому-то манус выкачать будет, я его распилю. А против паладина это вообще смерть. Сегодня бомбер за 5 убил 5-4 и 3-2. У меня 2 бомбера за 5 один раз не могли убить одно существо, блин, с 2 хп. У меня просто 10 маны и 2 бомбера в руке. Стоит существо. Так они мне в лицо так напихали, что это существо меня следующим ходом убило. Вместо того, чтобы просто убить это существо и выиграть матч. Потому что это топ-дек был. Вот такое бывает. С этими бомберами. Так. Не годится, да? Под таунтом все это будем делать. Наверное. Е. Сейчас, конечно, ситуация так себе. Ай, кобра. Сейчас бессмысленно ставить. Ну чё, надо ждать опять. То парня тоже ставить не буду.
не кисло. Вообще не кисло накастил. О! Чамурлок. Чамурлок зарешает. Ну, когда у них кобра стоит, им вообще пофиг на этого 7-8 на пятом ходу. А так да, я хотел. Как мне нанести удар? Реально больно. И у нас АУЕ нет, самое обидное. То есть, когда мы не рашим, это уже проблема. Надо было через Мурлока начинать. Сейчас все в лицо полетит. Чую, все в лицо полетит. Что-то существо берет. Механа медвекот. Охренеть. Охренеть. Так. Да иди ты в... Да. О! Вошло. Три, два. Ну, таунт нужен в любом... Ой, в смысле, нужен с глаз в любом случае ставить. Карты — это хорошо, это нам больше на руку. Вообще, дровать карты, когда у вас хуже ситуация, всегда на руку. Ну, тут без вариантов. Тут без вариантов. Да, тут что бы я ни поставил, без вариантов. Я готов, сэр. Может, друид тупанет, я не знаю. Ой. Тут надо быть уникальным человеком, чтобы тупануть, наверное. И он не один из них. Тонин. Да, друид молодец, друид молодец. Пять крутящихся меченосцев, ребят. Арена просто шикарная, мы должны ее выиграть. Зашел на Америку, и чё? Купить-то все равно там сейчас ничего не можешь, там все упало. Сервера рухнули нафиг. Рал и Утер. Я буду сражаться. Банкомат не выдержал количество кредиток, пытающихся всунуть ему. Ой, сейчас паладина, давай. Тоже норм.
Сейчас крутящихся меченосцев под прикрытием молнии. Ой, сейчас будет. Шел на Америку, трипак открыл. Нифига ты это сделал. Блин, вы понимаете, что если я механосборщик... Нет. Пофиг на механосборщика. Пошли... Пошли крутить ему лицо. Это же карта вообще имбовая. За две маны? 2-3? Ваши механизмы стоят на одну ману меньше. Ну не имба карта? Имба. Это карта. Имба. Сплошная имба. О да, это ответ хороший. Это ответ хороший. Я, кстати, его убью. Еще раз давай. Подкрепление! На клыки, да, нельзя лезть. Ладно, как скажешь. О. Пойди. Да, мечик спасет тебя. Давай, бей мечом всех, все. Разбивай, ищи себя. Меня укатил. Знаете. Мы должны очистить солнечный колодец. Полегче, бро, полегче. Оставить, я думаю, сало, да? Шесть. Я вообще пол хп могу снять сейчас. Я все равно не терплю вот освещение, так что пофиг. Хочешь что-нибудь взорвать? Лицо себе взорви. Вот так вот. Хитро. Стихии, направляйте меня. Ну чё, хилка на 6 есть? Я на страже. Нету. ГГ. Я... Блин, не ГГ. Офигеть. Вот это он затаунтился. Так, нам нужен Bloodlust. У нас молния есть, Bloodlust есть. Элементаль есть. Два элементаля есть. То есть 4 карты нам точно заканчивают игру сейчас. 4 карты точно заканчивают игру. Ну и, конечно же, чокнутый подрывник, который может просто напинать. Давай, давай. Давай. Отлично сыграно, чего на этого не поставил? Краб? Так. Давайте-ка прикинем. Как нам повысить шансы попадания в лицо? Блин, ну как-то тут надо поставить ее или забить пока на эти шансы. Цель отмечена, пришло!
Да, пока я на эти шансы пока подзабью. Так. Угроза вымирания есть. Ясно. Не смог. Как их там зовут? Крутящихся меченосец. Точно-точно. Крутящийся. Блин, язык может сломать. Как скороговорка прям какая-то. Крутящийся меченосец. Блин, жалко, мы не вторые ходим. О-о-о, как это больно. Если бы мы ходили сейчас вторые, и он первый дроп пропустил бы. Карл у Клары украл кораллы, у Клара... А Клара у Карла украла кларнет. Но это легко. Вот... Вот это у меня что-то проблемы какие-то. Ну да, к логопеду сходить. Зато с меткостью все нормально. Прям сразу попадаем. Блин. Слушайте, я не хочу секрет ему доставать. Ладно. Ну что, у них нету? Ага, так же. Жду приказа. О! Если я ставлю этого парня, я следующим ходом три штуки поставлю. А чё я радуюсь? Я три штуки поставлю, а он освещение сделает. А если не сделает, это просто будет фейс-ролл. Мне пофиг, сделает он освещение или нет, я их поставлю. Жду приказаний. Реально, похрен. Так, для начала. Это не 2-1, это баф. Это баф? Значит... Блин, все плохо. Значит. Ха-ха-ха, баран. Что ж ты сделал-то? Стихии, направляйте меня. Блин. Да блин! Просто, ну, просто освещение ГГ. Нет. Фух. Две мои крутящиеся няшки убил. На этого мне плевать уже. Будет немножко щекотно. Че это? Кто это? Правильно ты мне тотем дал. Так, ладно. Бьем. Надеюсь, сюда забафаешь. Сюда бафай.
Сюда. Да! Уроды. Да и хрен с ним. Таунт есть и все. Лучше бы, конечно, не таунт была. Отлично, отлично. Бладласт, Бладласт и ГГ. Джукс. Так, сколько у нас здесь? Это сколько? 12? 15? Черт. Жесть какая. Блин. Может попасть, а? 3-6. Блин, на 4 урона, ну. А зачем? Зачем я вообще его бью? Да не надо, надо. Давай. 4. 6 вообще. Слушайте, 6 урона это... Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Только без освещения. И все хорошо. Потому что таунты мы сейлентим. Да просто unstoppable force какой-то. 6-1. Фух. Блин, друиды. Ненавижу друидов уже. Я должен защитить природу. За молот Рока! За крутящихся меченосцев! Блин, так хочется монетку на авантюриста. Нет. Крути-верти. Ну, нету ничего, ну. Ты балбес маленький. Понял? Что с ним делать-то? Отсалить? Может. Да как-то прохладно. Может быть, таунт поставить? Слушайте, а что будет, если я таунт реально поставлю? Это ж круто будет. Самый лучший ход это таун, нет? Ну, все равно сам будет меняться, скорее всего. А если нет, вот сейчас могу отсалить. Да. Все четко. Да, буйный рост. Ног. Йоло бомбер? Не-не-не. Мы так дела не делаем. Цель отмечена, кристалл. Не-не-не. С меченосца, конечно же, надо. Он слишком много урона вносит. Понимаешь? Слишком много.
Так. Так, ну этот, да, это прохладно. А бомбер? Попал. Попал, это найс. Я рад, что ты не промахнулся, Огр. Только давай без... Фух, я уже испугался. Реально было стрёмно. Но... А, нормально, нормально. Давай, давай. Огр-то промажет. По голове культа не попадет. Так. Кстати, могу ударить и... Хотя... Да, ну бей лицо еще. Сейчас Огр не промажет по культу. Тебе понравится мой новый... Спасибо. Мимо. И 2-1. Хорош. Обожаю. Блин, ты такой хорош. О, как прикольно. Блин, слушайте. Все очень круто. Сейчас ты получишь. Так. Давайте сразу ставим его. Коля, ты когда-нибудь трогал свечу кобальта геоманта? Я пробовал, не получилось. Но он всегда нервничает, когда трогаешь его свечу. Что за 10 маны? Да как так-то? Как? Как? Не, все равно тут выиграю, скорее всего, если мы сейчас АУЕшки не пойдут, но, блин. Чё там выкинул, кстати, под смертокрыло? ГГ. Да ладно, я бы тебе его 5-12 сделал, как и зеро. Фух, клево. Смерть, привет. А, ГГшка там глючит все время, не хочу на нее стримить. Рал и Андуин. Свет дарует мне победу. Ой, я против приста. Против приста, как же... Ой, я вообще оставлю все как есть. И гоблин-сапер вначале, и заводной гном, и круче семечный... Все есть. Просто все есть. Сразу.
Так, пошло. Давай, давай, карты дровой побольше. Сейчас 6-4 приедет. Хилку, хилку, хилку. 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 Просто похилься. Да, молодец. Нормально пошло. Хорош. Да. Пора ставить. Согласен. Поставил. Ништяк. Монетку. И хил. Он все равно 6-4, бро. Все равно 6-4. Сало, сало. Давай, сало, пофиг. Сало. Клево. Еще более бездарного. Бездарной траты карт я не видел. Да, к сожалению, мы не видели. 6-2. Давай передохнем. Молодец. Умница. Умница. Шесть два. Бафа его полностью. У меня как раз глаз есть. Бафа его. Надо подумать. Но ты меня укачал. За что? Знаете, короля мурлоков. Нет, 1-1 съешь. Молодец. Вкусненько тебя. Вкусненько. Is the shop down for everyone else? Yes, it's down for everybody. О. А мы сейчас его... Мы его сейчас 3-3 сделаем, чтобы вообще хорошо было. Хотите? Он не умирал от нового. Hey, if they said how long it will be down, they will fix it. They said they fix it in 9th December, so the whole day today it can be down. Нет, не ввели. 8-1. Дополнительная карта, да. Это нам не надо, это нам не надо. Мурлок. 9 декабря.
написано. Ничего конкретного. Было в начале 4 часа, потом было... Потом было 6 часов, теперь они вообще отключили. Сказали, 9-го точно сделаем. А ты что, прикалываешься, что ли? Это что за хрень такая? Что вообще происходит? Он дрогнул эту хрень, зачистил мне стол. Что за бред? Нет, это не из портала, это, блин... Такое вообще... Я уже должен был выиграть, он дровнул Левиафана, который 2 урона по всем нанес. Он разменял, конечно, 2 карты на 2, но... Забейте. Это настолько было не очень, насколько это просто возможно. Ну что это за... Здесь паду в любого, потом земным шоком могу его спилить. Мне будет стоять 3-2, 3-2. Ну, в принципе, норм. Вроде. Да иди ты! Просто попади в любого! В любого! Блин, я не знаю, заморозку или этого. Да не, этого, конечно, заморозка придется со мной тут мучиться. Просто жесть. А, такое подгорали тебе. С Левиафаном этим дебильным. Он еще... Вот он. 7-7, наносит 2 урона, когда вы берете карту. Блин, под Flame Strike не хочу. Да дерьмо, если у него Flame Strike есть, то это... О, это клёво. А вот иди ты в жопу. Блин,
блин, я уж думал, реально я выиграю эту партию. Маг, который колдует первые два хода своих 0-2-0-2. И у тебя уже 2-3-2 стоят. Имба. Я что-то задумал. Гадёныш. Флеймстрайка у него нет. Пытался его достать. Надеюсь, не достал. Не достал. Чего таращишься? Достал огра. Что-то мне нехорошо. Хрена мелкого. Принято. Пришлось так сделать, потому что Огр не может таунда пробить. Пожалуйста, без флеймстрайков. Может пробить. Гад. Че, в лицо бьет? Ты что, с ума сошел? 6, 9, 15, 17, 3, 20, правильно? 6, 9, 9, 15, 17. Не стоило напрашиваться. За молот Рока. Такое себе начало. Нормальное начало. Что-то мне нехорошо. Такое себе начало. Ой. Тот же. То есть у него этот хрен два по всем есть. Блин. Костюмак дико неприятный. Насколько я вообще удачлив, а, в этой жизни? Так. Что же делать? Сюда. Хедшот. Да у него там иллюзии эти дурацкие. Он сейчас наставит, у него самого пригорит.
Так. Могу его сделать, сколько? 4-4 и убить при этом. Что я могу убить вообще при этом? Так, удар, удар. Кобра-то останется, да? Или нет? А не, мне пофиг на Кобру. Не, подождите. Удар. Удар. Блин, хочется как бы... Хотя... Перегрузка будет, правда. Ну ладно. Маскировка, кстати. До следующего хода. Блин, если бы он сейчас дровнул этого лев... Дерьмо. Дерьмо. Блин, в прошлый раз я не видел, чтобы у него Blizzard был. Тут прям все есть. Два, блин. Чё, рискуем? Конечно, сыграть так, так. В принципе. Все равно надо было тотем вначале ставить. Рискуем. А, у него еще и флеймстрайк был, офигеть. Хилку, хил, хил тотем. Я готов, сэр. Печалько. Блин, вот ему ауешки зашли. Тотем. Так, ладно. Да есть же. Только давай без флеймстрайков. Все, у тебя один был. Хватит. Да ну нафиг, ну какой? Я готов, сэр. Офигел вообще. Дай топорик, что ли. О, топорик. Что надо? Цель отмечена крестом. Сиди, направляйте меня. Что он делает? Нафига он на неё стрельнул?
Все? ГГ. Два раза пацана унизили. Видимо, он вылетел. Блин, аренки от Коди Вествинда самые лучшие. Правильно, ребят? За шамана. Что-то я давно так не веселился. Карт всех не знаем, что-то балдеем. За молот Рока. Изи. Все верно. Все верно. О, вот она. Начало. Начало. Да, вообще этот Коди просто сущий макролакер. Да есть же, пошло дело. Куда бьешь? Молодец. Обожаю тебя, друг мой. Я тебя обожаю. О, механизмы за ноль. Бесплатные механизмы всем! Нужен тотемчик. Тотемчик на Spell Power. Давай, не подведи. Таунт. Так себе, конечно, но... тоже сойдет. На самом деле могу разменяться, чтобы не париться. Действительно, а чё я? Давайте разменяемся, фиг с ним. Замораживает выбранное существо. Кстати, авантюристы, да, на запчастях тоже неплохая тема. Правильно сделал, что разменялся, кстати. Раз заморозим сейчас. Отморозим его полностью. Ой, что такое? Как по учебнику, ребят. Все как по учебничку. Так. Ну чё? Нарушено, сэр. Просто ставим. Со мной. Я готов, сэр. Да? Задание принято. Атакую! Кто следующий? Я готов. А я не готов. Ребята, это 11-1, и я вынужден остановить последнюю партию, потому что... Ну, сами знаете. Потому что я хочу дождаться обновления, и в обновлении получить 12-0. Ну, в смысле, 12 побед. Сейчас у меня арена не доделана, да? Как бы. Я думаю, что... Мне просто интересно вообще, может, арена пропадет на 11-0? В смысле, на 11-1 или на 12, придется заново, я готов рискнуть, мне просто интересно. Я не буду сейчас 12-ю партию играть ни в коем случае.
Потому что я хочу получить награду именно уже следующих карт, а не тех, которые сейчас. О, кто-то зафоловил меня. Джангл что-то там. Да, ребята, можете начинать меня фоловить. Я надеюсь, у нас будет хорош... ну, хороший интернет, потому что сегодня еду смотреть квартиру, если дадут добро. Я уже сегодня, вчера ее смотрел, но мне должны сказать да, да, нет, нет. Если скажут да, то у нас будет интернет. 400 мегабит. 400 мегабит. Ты зайдешь, у тебя будет арена с 11 победами и наградами. В смысле? И что, я не смогу сыграть партию? Бред говоришь. А чё, стрим-то еще не закончился? Можно сыграть пару... Так, я сейчас остановлю.